Здравствуйте, в эфире новости Первого Карагандинского, в студии работы Динара Сартаева. Сегодня я и мои коллеги расскажем вам о главных событиях города. Всеобщая приборизация. До конца года в Караганде установят более 1000 приборов учета теплоэнергии. Делать это монополист будет за свой счет. Все подробности в репортаже Ирины Камышевой. Казахстан стал выращивать беркутов в искусственных условиях. Таким образом, это поможет сохранить популяцию исчезающего вида хищных птиц. Подробности узнавала я, Амина Смакова. Почему надо защищать представителей малого и среднего бизнеса от проверяющих? Об этом вы узнаете из сюжета Сергея Высокосова. Казахстан впервые начал выращивать беркутов в искусственных условиях. На этой неделе завершился первый этап проекта «Внеси свой вклад. Сохрани природу» по восстановлению популяции исчезающего вида хищных птиц в стране. О проделанной работе отчитались накануне в Алматы. Специально из южной столицы наш корреспондент Амина Смакова. Проект стартовал в июле прошлого года. Его суть в том, чтобы сохранить и увеличить популяцию беркутов в Казахстане. Проект медленно, но верно идет к своей цели. Вот, к примеру, в питомнике хищных птиц Сумкар, что в Алматы, в мае этого года выведены 3 птенца. Как только им исполнилось несколько недель, они были аккуратно подселены к новым приемным родителям в дикой природе. Специалисты опасались, что птенцов могли не принять взрослые особи, ведь беркуты – птицы очень осторожные. Но все обошлось. Сегодня маленькие беркуты спокойно обитают рядом с приемными родителями. Подсадку произвели очень быстро, так как беркуты очень осторожные птицы, то есть излишнее беспокойство там они могли бы покинуть. Мы, то есть, выбрали такое время ближе к вечеру, когда уже не жарко, произвели подсадку, быстро-быстро отъехали на безопасное расстояние, то есть, и начали наблюдать. Проект «Внеси свой вклад, сохрани природу» уникален. Все потому, что подобных экспериментов еще не проводили в мире. Казахстан стал первым в сфере выращивания беркутов в искусственных условиях. Инициаторами стали Институт зоологии Казахстана и единственный в стране питомник хищных птиц Сумкар. Поддержали инициативу компания «ИФЕС Казахстан». Беркут – это символ такой бесспорной нашей республики. А во-вторых, бренд «Карагандинская» – один из старейших именно казахстанских брендов. И у него символ также является беркут. Поэтому мы решили, что сама судьба – заняться нам беркутом. И тем более, что мы стартовали этот проект очень вовремя. Согласно исследованиям, проведенным в августе прошлого года, ситуация действительно требует вмешательства и действительно требует уже какой-то поддержки. Итоги экспериментальных работ подвели на конференции. На этом мероприятие по сохранению популяции беркутов в Казахстане не заканчиваются. Следом за столь успешным первым этапом начнется другая плодотворная работа в этом направлении. Уже осенью, обещают организаторы, будет разработан новый план по сохранению популяции беркутов в природе, который поможет решить проблему исчезновения этих хищных птиц. Организаторы проекта остались довольными. Результат себя оправдывает. Уже 2 птенца вылетело из гнезда, 1 на подходе. Амина Смакова же Слава Мандыков, Марат Култенов, Первый Карагандинский. Дорогостоящие приборы учета за счет монополиста. Теплотранзит Караганда будет устанавливать счетчики теплоэнергии на свои деньги. Планируется, что до 2016 года общедомовые приборы учета появятся в каждом доме. Об этом сообщил генеральный директор компании услугодателя Андрей Липунов. До конца года в Караганде установят порядка 1000 счетчиков теплоэнергии. Горожанам за это удовольствие платить не придется. Приборизировать жилой фонд возьмется теплопередающая компания. На это монополист только в этом году потратит 200 миллионов тенге. В первую очередь приборами учета обзаведутся частный сектор и малоэтажки города. Выходили мы на агентство по регулированию естественных монополий в целях эффективного использования средств, в целях тех средств, которые изложены в тарифную смету. Значит, мы вышли в агентство и был получен, значит, ответ о том, что в рамках той ремонтной сметы, которая утверждена в тарифной смете, можно выделить достаточное количество средств на установку приборов учета. Обеспечить приборами учета дома всех потребителей услугодатель планирует до 2016 года. Таким образом, монополист пытается сократить сверхпотребление тепла и воды, а вместе с тем и многомиллионные потери компании. Андрей Липунов также отметил, что приборизация за счет компании никак не отразится на тарифах на тепло. Из-за этого тариф повышаться не будет. Это затраты предприятия. Мы ежегодно защищаем тарифную смету. Если есть необходимость выхода на дополнительный тариф, мы ежегодно должны, по идее, выходить с заявкой. Но в этом году мы не выходим. Мы в прошлом году получили достаточный тариф для компании. Обслуживание и снятие показаний также ляжет на плечи монополиста. К слову, теплопередающая компания создала комплекс мер для обеспечения сохранности дорогостоящих приборов.
Пока в планах, естественно, планах. Вот. Комплекс мер каких? Это по установке специального антивандального шкафа, который будет закрываться, который будет сигнализацией и с выводом, в случае его открытия, с выводом сигнала на пульт охраны. Будет группа быстрого реагирования сразу выезжать, значит, и смотреть. Еще раз хочу сказать, приборы будут застрахованы. Ирина Камышова, Жас Габасов, Марат Култенов, Первый Карагандинский. В Казахстане назначен новый министр труда и соцзащиты. Им стала Тамара Дюсенова, которая с 10 июня этого года исполнила обязанности главы Минтруда. Об этом сообщает пресс-служба Акорды. Напомню, ее предшественник Серик Абденов был освобожден от должности. Тамаре Дюсеновне 48 лет. Она уроженка Чимкентской области. В разные годы занимала должности вице-министра труда и социальной защиты населения. Далее мы прервемся на короткую рекламу. Не переключайтесь. Баян-Аул – райский уголок казахстанской природы. Лес, озеро, чудесный отдых, а радоновая вода в озере Жасыбай сделает вас абсолютно здоровыми. Отдых вместе с Карлыгаш. Телефоны 42 42 15, 42 42 21. День столицы сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области решили отметить экскурсией в Астану. Надо увидеть, какой стала наша столица за 15 лет, ведь она строилась тем Казахстаном и росла на наших глазах. Лучшие сотрудники всех подразделений области отправились в Астану. 15 лет для города – это возраст настолько юный, что не перестаешь удивляться, как за столь короткий миг истории можно отстроить город, олицетворяющий развивающийся Казахстан. Город, отвечающий всем требованиям мирового градостроительства. Посещение музеев, резиденции президента оставили неизгладимый след. Восторг вызвал развлекательный центр «Хан Шатыр». На пятом этаже раскинулся самый настоящий курортный пляж. Можно загорать и купаться в воду. Наши сотрудники сегодня посетили достопримечательности столицы, также посетили наших коллег, ознакомились с работой наших коллег. Несмотря на то, что мы работаем под одним ведомством, несмотря на то, что мы выполняем одну и ту же работу, очень было интересно. Также наша область находится в непосредственной близости к нашей столице, но тем не менее некоторые люди до сих пор не были здесь, в столице, даже если некоторые были, то и давно, поэтому всем было очень интересно. Но за восторгами от столицы нельзя было забывать и о службе. Посещение межрайонной пожарной части Астаны тоже вызвало неподдельный профессиональный интерес. Здесь разговор шел на профессиональном языке. Как новые технологии позволяют быстро и четко реагировать на возникший пожар? Какие машины у столичных пожарных? Интересно все. Все новое надо суметь применить у себя на практике. Очень понравилось. Я приехала не одна. Большое спасибо нашему руководству, что я могла и взять своего ребенка. Он на каникулах. И понравилось не только мне, но и ему. Разговоров и воспоминаний хватит надолго, ведь сотрудники ДЧС области поехали на экскурсию в Астану вместе с семьями. Сергей Высокосов, Марат Култенов, Первый Карагандинский. Большинство молодых людей не знают, куда обращаться для трудоустройства. Такую статистику привели накануне в Управлении по делам молодежной политики. Руководитель ведомства Мирас Куттыбай отчитался перед журналистами о проделанной работе за прошедший период, в том числе о мерах, направленных на обеспечение занятости молодежи. Студентов и не только вовлекают в работу молодежных штабов, таких как отряды «Жас-Ильель», проводятся многочисленные ярмарки вакансий. Уже на днях будет презентован сайт «Жас-Мамам.кз», в котором будет размещаться информация об имеющихся вакансиях. В рейтинге актуальных проблем молодежи Карагандинской области одно из ведущих мест занимает отсутствие жилья, в том числе студенческих общежитий. Со своей стороны, управлением проведен анализ потребностей области в студенческих общежитиях. В области существует необходимость в строительстве 28 общежитий. Об этом чиновники из управления говорят на всех уровнях. В Карагандинской области в ближайшие годы будет построено 2 студенческих общежития при КарГТУ и в Нуринском районе. Интересы государства и стремление предпринимателей развиваться совпадают. Эта аксиома не всегда в ладах с деятельностью проверяющих органов. Об этом говорилось на совещании, которое провела прокуратура района имени Казыбек-Би города Караганды с участием руководителей района, представителей общественных организаций и правоохранительных органов.
Как защитить предпринимателей от необоснованных проверок? Вот основной вопрос, который обсуждался в конференц-зале карагандинского филиала Народно-демократической партии «Нур-Отан». Интересы государства и стремление предпринимателя развиваться, устойчиво работать и осваивать новые виды деятельности совпадают. Не случайно глава государства в своем послании стратегии «Казахстан-2050» новый политический курс состоявшегося государства поставил задачу о всесторонней поддержке предпринимательства, ведущей силы национальной экономики. Так почему же этой движущей силе нет-нет, да и вставляют палки в колеса? От чрезмерного усердия или по другим причинам? Почему средний класс, о рождении которого так много говорят в политических и околополитических кругах, просит защиты от чиновничьего беспредела? В целях защиты прав и законных интересов предпринимателей в прокуратуре района Казбек-Би создана и действует соответствующая мобильная группа, готовая по первому сигналу о незаконной проверке незамедлительно выехать предпринимателю для пресечения незаконных действий проверяющих. Насколько сильна прослойка представителей малого и среднего бизнеса в Караганде, говорят простые цифры. Количество активных субъектов малого и среднего бизнеса составляет более 18 тысяч единиц, что на 4-5% больше аналогичного периода 2019 года. В результате вырос и объем произведенной продукции на 7% и составил 81,176 миллиона рублей. Всего же на предприятиях малого и среднего бизнеса занято более 80 тысяч человек. Основной процент бизнеса падает на торговлю. В этом секторе работает около 40% предпринимателей, и только 12,8% заняты в сфере строительства и промышленности. Малым и средним бизнесом за 2010-2012 годы освоено 16 миллиардов тенге по внедрению 12 инновационных проектов. При этом было организовано почти 800 рабочих мест. А прокуратура должна заниматься защитой предпринимателей и от кого? От государственных чиновников. Парадокс. Сотрудники прокуратуры даже видеоролик сняли для непонятливых. Я посчитала, что сотрудник Санпеднадзора нарушает мои права. Ранее мною в сетях интернет был найден телефон мобильной группы по защите прав предпринимателей при прокуратуре района имени Казбек-Би города Караганды. Я позвонила на данный телефон и объяснила ситуацию. Сотрудники прокуратуры быстро отреагировали, приехав на место и взяв у меня заявление. После чего сотрудники Санпеднадзора больше меня не беспокоили. Только за один год на телефон доверия прокуратуры района поступило 24 сообщения о нарушении прав предпринимательства. Каждый третий случай нашел подтверждение при проверке. 3 года назад была введена в действие система оценки рисков при проведении плановых проверок. Это тоже своеобразный барьер от ретивых проверяющих. В 2012 году 136 объектов малого предпринимательства были переведены в более благоприятную группу по кратности проверок. Не мешало бы и самим предпринимателям проявлять более серьезные интерес к законодательным актам, направленных на защиту их же интересов. Заместитель прокурора района имени Казыбек-Би Асет Арыстанбеков отметил, что защита предпринимательства является приоритетным направлением в работе прокуратуры. Сергей Высокосов, Марат Култенов, Первый Карагандинский. Депутаты областного маслихата обеспокоены культурным наследием региона. По инициативе народных избранников был организован круглый стол, на который пригласили ученых, историков, руководителей музеев области и национальных культурных центров. Представители интеллигенции обсудили вопросы исследования истории Казахстана, а также итоги реализации региональной программы культурного наследия по Карагандинской области, большую часть которого составляют памятники археологии. Все они расположены в районах области. Начинать работу оттуда призывают участники мероприятия. Вся история Казахстана, история регионов. Ну, чтобы в этих истории регионов изучать, обязательно наше наследие древнее обязательно должно изучаться, обязательно архивные материалы. Вот в архивах, регионах обязательно должны свестись работы, потому что огромный пласт архивов в регионах лежит. На этом мой выпуск подошел к концу. Я передаю слово спортивному обозревателю Берику Капарову. Берик, здравствуй. Здравствуй, Динара. Об итогах программы «Лето с чемпионами» через пару секунд. Спонсор показа Galaxy Group, производитель продукции торговых марок «Алюгал», «Галвин», «Херкюль». Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы «Алюгал». «Алюгал» производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества, любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили «Алюгал» — это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет, легко взбивать,
сборки и проста в эксплуатации, ведь продукция фирмы «Алюгал» адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это «Алюгал». В турнире «Битва под Москвой-12» Казахстан Асулан Токтарбаев единогласным решением судей одержал победу над россиянином Аскером Баргуновым. Напомним, второй представитель нашей страны Ермек Тлауф решением судей во втором раунде уступил представителю хозяев турнира Олегу Борисову. На этом у меня все. Берегите себя и занимайтесь спортом. Если есть у вас интересная информация, вы можете позвонить к нам в редакцию по телефону 420649. Всего доброго, до свидания. Аман сау болыңыздар.